Да, приветствую, приветствую всех, всех не спящих, всех. А чё вы нахуй не спите? Такой вопрос. Не знаю, что нехуй делать. Да. Так, смотри, я тебя сейчас расшарю. Главное, чтобы звук был, потому что в прошлый раз были траблы со звуком. В Дискорде? А кто-то предлагал какое-то легкое решение этой хуйни? Аппаратное ускорение отключить? Я вот его и делал. Ну, в ОБС помогло, а вот в этом хуй знает. Смотри, у меня есть для тебя видео. Для меня? Да, для тебя я подбирал. Мои родители никогда не простят меня за то, что я сделала в ту ночь. Привет, сука. Я Майя. Слышно? И... Да. Класс. Первый концерт, который я посетила, превратился в кошмар. Но я все еще с теплотой оглядываюсь назад. Мне реально нравится метал. Это не единственный жанр музыки, который я слушаю, но я всегда наслаждалась тяжеляком. Да, так что, когда я узнала о большом концерте в моем городе, я поняла, что просто должна пойти. Планировалось выступление Погоди, нескольких а ты на клад... показываешь? Стоп. Ты на стриме не показываешь это видео? Показываю. Проверь, а, все, пожалуйста. Нет, все, вижу. Все, группу, хорошо. На которую я мечтала сходить с 12 лет. Но... Ой, погоди. Хотя я... Погоди. Бля. А мне деньги дают, прикинь? Прикинь, мне деньги дали. Да ладно, деньги дали? Деньги дали мне. Это же здорово. Здорово, спасибо большое. Прекрасно желала стать крутым металлистом, который делает все, что хочет. Мне было всего 15, и нужно было спросить разрешение родителей. Проблема в том, что они ненавидели музыку, которую я слушаю. Они говорили, что это какой-то шум, а не музыка. Но я все равно спросила, и они сказали «нет». И потом я спросила снова, Можно и секунду, они снова стоп. Сказали «нет». Ты знаешь, что с этого момента все аргументы этой тупорылой пизды для меня типа вообще нулем считаются? Потому что она слушалась это... родителей? Нет, схуяли она слушала эту парашу на колонках. А, у так-то. В не было так-то да, так-то да. Откуда вообще, блядь, у тебя вот родители вообще да, знают, да, что ты меня, нахуй слушаешь? Меня родители никогда не думали, что я вообще что слушаю, как громко и все такое. Да-да-да, вообще как бы даже не подозревают в натуре. Один раз на кухне моя сестра включила мой телефон, еще кнопочный, и нажала на кнопку, там была кнопка, которая плеер автоматически запускала. И там начал играть Киш, и причем довольно уебанская песня какая-то. Суть в том, что она так на меня посмотрела и говорит, ты, говорит, вот это слушаешь? Я ебало разбил. Матери или сестре? Сестре. А, сестре, ну ладно, сестре можно. И это повторялось. Не, погоди, а ты вообще, ты ходил на концерты когда-либо? Да, один раз. На Короля Шута. Серьезно? Да. И как там было? Бля, заебись, на концерты ходить оказалось очень прикольно. Рекомендуешь? Если ты знаешь песни и можешь их орать, определенно нужно идти на концерт. Это, наверное, самое, блядь, ну, во всей моей жизни вот это событие оставило больше впечатлений, чем что-либо еще. Бля, а это во сколько тебе было? 19. Да, где-то так. 19. Ну, в 15, как бы хуй его знает. Не, в 15 пошла нахуй. В 15 пошла нахуй, согласен. Спасибо, конечно, спасибо конечно. Еще за деньги. Несколько раз, сотни раз, и каждый раз было нет. Сначала я отчаялась, но потом придумала план. Я сказала, что пойду ночевать к подружке. Подруга подтвердила это. Я собрала вещи, но вместо Сука. Пижамы Пиздос. И туалетных принадлежностей сложила наряд, который собралась надеть на концерт. Я также отложила со дня рождения немного денег, и их хватало на билет. Так что я, наконец, прибыла на место, но оставалась еще одна проблема. Охрана меня не пустит, ведь я слишком мала для такого концерта. Видите ли, хоть мне и было 15, я выглядела на 13. Даже с макияжем так выглядит? В кожаной куртке оверсайз. Обычно, поэтому да. На месте мне надо было придумать новый план. Я заметила классную девчонку, у нее были фиолетовые волосы и кольцо в носу. Я подошла к ней да, и спросила, классно, сможет ли точно. Она помочь пройти на концерт. Погоди, она засмеялась. Ходить на концерты есть какое-то возрастное ограничение, типа? По-моему, да. Бля, мне говорили, что даже на стендапы Бэткомедина не пускали, там со скольки-то только пускали, с 16 или с 17. Ну, стендап, может быть, да, там же мат, не мат, а типа концерт группы, ну хуй знает. Если он типа глубоко ночью, может быть. Но я не знаю, что за концерт, что не пускают 15-летку. Что там, ебаться и убивать будут? Материться, рок. Матюки, рок, блядь. Да.
Лыся сказала, ты мне нравишься. Она сказала охраннику, что я ее сестра и что она будет за мной следить, но он все еще был не уверен. Тогда она стала конючить. Ну, пожалуйста. И охранник все-таки согласился. Я наконец была внутри. И это было круто. Охуеть. Там было столько людей, все такие разные. Бля, я, короче, ходил на концерты один раз в жизни. Но я не скажу, блять, на кого, потому что это пиздос, нахуй, неважно. Короче, суть в том, что там тоже вот этот фейс-контроль и вся хуйня. И там охранник такой: что, есть что-нибудь в карманах запрещенное? Говорю, да, вроде нет. Он берет так меня вот так сверху так прям прошлепывает, вот так вот. Доходит... Да, доходит до карманов, а у меня там мелочь на обратный пресс, дохуя, причем я сотку разменял, типа, у меня там мелочь на обратный пресс, дохуя, и он берет вот так вот, и там такой звук, типа, металлического вот этого шуршения, такой... Ну, я понял. Да, как... Это было не металлическое шуршение. Да, да, похуй, похуй. Ну, в принципе, похуй, да. Да, я за таким уёбком чувствовал, типа... Это, блядь, ну, знаешь, не что-то крутое, нахуй. Не наркотики у меня в карманах. Он нашел у меня в карманах мелочь, нахуй. На обратный проезд. И он ко мне совершенно сразу потерял интерес. Он такой, ладно, все, проходи. Слушай, а что бы ты хотел в тот момент иметь в кармане, чтобы это было реально жестко? Тёлок голых. Я бы машину времени карманную. Где он находится? В кармане заднем. Нет, ну или группу, да, в этой, в коробочке стеклянной. Кстати, теперь ты обязан сходить, что за концерт. Ой, обязан сказать, что за концерт. А, да нет, 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 не обязан. Да, по-моему, обязан. Не-не. А погоди, еще на засыпь на секунду. Ты видишь то, что она перед вот этим кадром сказала, там было столько разных людей, и там буквально три типа с ирокезами, с хайрами, в рваных шмотках, и даже, блядь, одинакового цвета. Ну да, ну да. Пиздец. Ну, это одни и те же объебосы, не разные. Одни и те же, да. Ну, разного пола, может быть, но это не вряд ли, не факт. Не считается, не считается. Люди, у меня было чувство, будто я пришла домой. Было очень громко, конечно, и довольно темно, но эмоции переполняли меня. Некоторые бля, прыгали натуре, в ноши, класс, но я класс. Слишком боялась присоединиться. На самом деле, я не могла даже видеть группу, потому что стояла далеко в задних рядах. Я подпрыгивала, чтобы хоть что-то увидеть, но даже так не получалось. Потом какой-то парень заметил меня и спросил, ну, скорее крикнул мне в ухо. Блять. Не хочу ли я залезть к нему на плечи? Я радостно согласилась и отдала руку своей сестре. Педофилия началась. Блять. Ну и очень круто. Я ждала этого всю жизнь. Ну ладно, этот тип похож на Иисуса, в принципе, так что, ну, ему можно доверять. Нет, я уверен, у него был дикий стояк, когда он думал, что вообще его обстрелок трется 15-летняя пизда. Ну, это да, но как бы, ну... А кто сказал, у Иисуса тоже мог быть стояк, так-то, если подумать. Это уже хуёвый разговор начались. Ладно, хорошо. Никто не сможет испортить это. Но я ошибалась. Этот чувак внезапно подпрыгнул, и я упала. Я не ошиблась, но шлёпнулась на что-то влажное, как будто кто-то что-то пролил. Блядь! Я ещё... Ну там по цвету видно, что это моча, нахуй. Было так противно. Я почти уверен. Но всё равно это не могло испортить мне вечер. Потом я повернулась, чтобы найти сестру. Но её нигде не было. Я оглядывалась, пиздец. Пыталась ее найти, но было просто невозможно разыскать ее в толпе. Я, наконец, поняла, что та просто украла мою сумку и не вернется. Теперь я запаниковала. Ведь моя нормальная одежда, телефон и все деньги были в сумке. Как я могла отдать ее девчонке, с которой только познакомилась? Я вышла на улицу и заплакала. Я была мокрая, грязная и совсем одна. С таким развитием событий я считаю, что... Парень не подпрыгнул и уронил ее, а он ее просто жестко сбросил нахуй на пол, и они типа побежали оттуда. Не, слушай, а вот, ну, я не знаю, может быть, а 15 это вот, ну, меньше 10? Больше. Больше? А какого хуя у нее развитие в 15 меньше, чем у 10-летнего, нахуй? Как это возможно, блядь? Отдала сумку первой встречной тёлке, нахуй, потому что она сказала, что она ее сестра. И она... Что? Ну, я бы отдал. Если сказать честно, я подумал об этом, я бы отдал. Ну, но я и бегаю быстро, и не падаю с плеч мужиков. А, ну ладно, ладно. То есть ты бы в случае чего догнал. Внезапно какой-то огромный металлист подошел ко мне. У него были длинные волосы и борода. Он был здоровый и с жуткими глазами. Я читаю, и читаю. Довольно взрослый, читаю. На вид лет 30-40. Я подумала, он хочет ограбить меня или что-то типа того. Но потом он спросил, все ли в порядке и почему я плачу. У него был очень мягкий и добрый голос. И жесткий стояк. Я рассказала ему, что случилось. Он засмеялся и ответил, пойдем найдем твою сумку. Мы зашли внутрь, и он начал внимательно осматривать людей с фиолетовыми волосами.
Наконец он нашел ту девушку и забрал сумку. Я поблагодарила его и вышла, чтобы пойти домой. Так она там все это время была. Это был очень неловкий, беспокойный вечер, я вовсе не так все себе представляла. Тот парень, который помог мне, спросил, не хочу ли я бургер. Бля! Он сказал, здесь недалеко есть бургерная, пошли поедим. Один бургер на двоих, но если что, ты меня добавишь. Я Энди, кстати. Энди, пиздец, Дианон. Примерно так я представлял себе. Я поняла, что голодная, так что согласилась. Ясно. Бургеры. Я выглядела ужасно. Тушь размазалась из-за слез. Ясно, и Энди, пиздец. Этот огромный жесткий чувак, сказал мне, когда я был в твоем возрасте, всегда сбегал из дома на концерты и всякое такое, но моя семья была ужасна, я не хотел находиться с ними рядом, а у тебя что, так же? Я опустила глаза и сказала, не совсем, у меня хорошие родители. Энди улыбнулся и сказал, тогда иди домой. Я ответила, не могу, они очень разозлятся. Энди засмеялся. «Да, это точно. Я дам тебе денег на такси». Когда я села в такси, Энди показал рукой козу, и я сделала так же в ответ. Такой странный вечер. Я вернулась домой и попыталась тихонько проскользнуть, но родители проснулись. Так что мне пришлось все рассказать. Они очень разозлились и запретили заходить в интернет целый месяц. Следующие несколько дней я даже не могла смотреть им в глаза. Но потом произошло нечто крутое. Я была просто потрясена. Родители зашли в комнату, дали мне гитару и сказали, «Если тебе так нравится музыка, по крайней мере, можно извлечь из этого хоть какую-то пользу. Твои уроки гитары начнутся завтра, и заниматься будешь по часу каждый день. Такое вот наказание». Охуеть наказание. Спасибо, папаша, блядь, за такое наказание. Я все еще ежедневно практикуюсь, даже когда болят пальцы. И, кстати, я назвала свою гитару Энди. Какую музыку вы любите? Расскажите в комментариях. Поставьте лайк этому видео. Типа я как-то нажрался до такой степени, реально настолько нажрался, что не мог сидеть. Блять, прикинь, я мог только лежать. Я пытался сесть на асфальт, нахуй, я не мог устояться в этом положении. Меня пришла, забрала мать. И я, короче говоря, хуй знает, как вообще я протрезвел. Я сидел под душем, все такое. А потом она такая спросила... Чё, нажрался? Я такой, да. Она такая, ну хуй. Я такой, бля, хуёво в натуре было. Все, ну, на следующий день я пошел опять, и, возможно, даже я опять бухал. Пиздец. Ну, я не бухал опять, но, типа, наказание было никакого вообще. Меня забрала вдрызг убитого. Так, секунду, Дэн приехал, все, я пошел ему открывать. А, ну все, давай. Так, там было про то, что сказать, что я... Сейчас, погоди. Посмотри клип. Сейчас чекну. Так, на время стрима я вырублю, кстати, донаты. Но все как обычно. Я думаю, все уже знают правила. Так, мне говорят, сказать, что я панк! Для видеомема. Так подойдет, надеюсь? Надеюсь, подойдет. А ты не хочешь уделить внимание своей подписке? Хочу. А что такое? А что такое? Что-то происходит? Так. Блять, не там включил, не то... Не... А, так в смысле? Какое? Это мы смотрели, это я видел. Остановиться. Самоубийство. Пожалей петуха. Он ведь хороший. Хоть своим движением на всех не похож. Да, было, действительно было. Но вот эта сцена мне нравится, красивая. Петух вертится, вертящийся петух. У меня такой кринж за тебя, пиздец. А нехуй было с 15-летними тусовать. А нехуй было, Энди. Как бы я ничего не говорю, но... Поступки за тебя говорят. Коля, дай випку. Нет, не дам. Сделал черную тему. А, действительно, извините, да. Точно, да. А где это делается? Когда я залогин, я знаю, а когда не залогин, не знаю. Вот здесь, наверное? Нет, не вот здесь. Это уже было... А я могу вообще? А я хочу.
А я хочу... А как сделать? Это явно не то. Только если сигнется. Тут, блядь, 1038 зрителей, теперь популярис. Да, да, спасибо. Но я помню, что у меня 1500 было вроде максималкой. Или 1050, не знаю. А можно ссылку на петуха, пожалуйста? Ой, я уже проебал. Ну, сейчас, давай. Так. Вот ссылка на петуха. Три полоски там, говорит. Нету. Три полоски. Все равно нету. По-моему, это можно как-то сделать расширением для хрома. Сейчас поищу. Начинаю тема. Но это не то, это для Гугла. А, можно ничего себе. Можно вот так, действительно, вы уверены? Ну давайте проверим лайфхаки на стриме. А? И чё, я после этого ребутнуть? А хуй там! Хуй там, не работает. Хуй там, ничего не работает. Почему версия сайта у тебя старая? Не знаю, а возможно потому, что у меня старый вообще этот браузер. Я его качал миллиард лет назад, даже не помню для чего. Просто есть. Говорит, мяукни. Мяу. Мяу. Так, я не знаю как. Тебе нужно реалистично или по-человечески? Залогинься и смейся. Слушай, что ты мяучишь? А меня попросили в чате, не знаю. Не пиздец. Посмотри в чат, ты что, ты мне не доверяешь? Ладно, сейчас Дэн еще поднимается, сейчас. А, ну, хорошо. Брат, включи, пожалуйста, когда придет Давк. Он обманул нас на стриме. Говорят, ты обманул на стриме. Так, погоди, по-моему, это какая-то наебка. Нет? Ладно, я не знаю, что это, я включу. Вот момент, где ты подписал. Каким? Как это вообще произошло? Почему? Просто в другой вкладке было заготовленное заранее Kids TV Russia. Да, спалили. А, он отписался и подписался? Нет, вот он подписан. Он подписан, да, потом отписался. Я понял. А зачем он подписался? Вот это как бы вопросом остается. Говорит, не мухлюй. Ладно, не мухлюй. Че, пацаны, пока посмотрим, правильно? Все равно, жрать все хотят, я уверен. Кстати, а вот как вы думаете, она срет вонюче? Вот такой вопрос. Очень важный. Определенно, да, думаете, да? Да. Кубиками как кала. Нет, не кала. А... Вамбаты кубиками. Вам нужны субтитры? Хорошо, вот субтитры. Стул, суи, яйца, что-то еще, деньги. Братан, это начинает пугать. Это начинает пугать, братан, не надо. Не надо, спасибо. Да это кому интересно, как ты готовишь? Мне интересно. Длина видео.
Поняли? Прикол, прикол. Тебе не кажется, что в видосе присутствует шутка наебало? Не, не кажется, не кажется. 5 часов дебажила, голодная как волк, а ты со своей едой. Это не я, это ты. Смотри, смотри на эту еду, чтоб тебе тоже есть хотелось. Я на самом деле тоже думал, схожу поем, а у меня, блядь, дома из еды только банан, нахуй. Я поел банан. Это вообще еда? Где это считается едой? Нигде. А за что ВЛВЛ удаляют? Не знаю. Я не удалял. Не удаляйте, пожалуйста. Выглядит опасно. Блядь. Здесь батин суп. Экранизация. Да, она это все сожрет. Она все это сожрет. Она это сожрет и даже ни разу не отрыгнет, чтоб ты понимал. Сделай себя чуть потише. Сейчас, без проблем. А я так, кстати, не на фулл стоял. Ну вот так нормально? Блять, почему ты так орёшь? Хватит на меня джанкать. Говорит, как резерв? У меня есть молоко. Не проплаченная реклама. Говорит, свинота, отвратительно. Вернуть, как было? Ладно, возвращай, как было. Шейси с разом, это вообще норма? А я не знаю, я, кстати, ел как-то вот на этот, на праздник, когда там Иисус воскрес, Христос спас, Пасха, вот, то я ел как-то яйца прям весь день. Во-первых, после них пердишь вонючая, это раз, а во-вторых, реально их съесть больше трех невозможно, нахуй, невозможно. Ля, началось, не чавкай. Говорит, липнет ко рту. Ты просто без мазика? Возможно, возможно. А у нее видно, что они какие-то эти, деформированные, нахуй. Это... Не яйца, это непонятно что. Все, раскаялась. Поняла, что была неправа. Аж есть расхотелось. Ну хуй знает. Да, мне кажется, это не куриные яйца, это яйца зародышей каких-то. Да, молоком запивают, молоком. Почему дропы? Это у меня или у нее, я не понимаю. А, потому что аппарат на ускорение, наверное, отключен, да? Давайте поменьше сделаем. 720. Как же она чавкает. Если года через два собака сделала Дианон, ты пойдешь его своим? В смысле? Каким образом это поддержка?
Я не думаю, что Дианон делает из-за отчаяния. У них там так принято. Я знаю, что принято, но в других видосах она не чавкала. Как думаешь, на этот рочит? Я вот на 1000000% уверен. Абсолютно, 100%, да, кто-то на это дрочит. Я почти уверен. Ну нахуй вы это смотрите. Ну, классно же. Здорово, пацаны. Здорово, здорово. По-моему, так, классно. Прикинь, она, ну, ты, да, давай досматривать тогда. Сейчас дым тут расчехлится, нормально, обработаем. Ага. Давай-ка была. Она вообще знает, что за эту тарелку убивает. Да, два раза убивает во Вьетнаме. Тут 7 килограмм еды, понимаешь? 7 килограмм. 7 килограмм. Она весит сама, наверное, килограмм 40. Да. У меня было, блядь, предположение. Ну вот видишь, ты видишь фишку основную, да? Ног не видно и желудка не видно. Я уверен, у нее, блядь, нету. И желудка не видно, блядь. Да. Братан, нет, есть, короче, видос, где она заходит и хавает, короче, в столовке, которая устроена как шведский стол в Японии. Она ты врешь, въебала. Ты врешь, да тебе проплатили. Отвечаю, тебе проплатили, блядь. Она въебала килограмм. Она тебе нахуй свои вот эти токены, блядь, дала, чтобы ты мне вот это рассказал. А потом, знаешь что, она когда встала, она была как будто беременна 9 месяцев и пошла в туалет, типа, она все это потом срыгивает, нахуй. Да понятное дело, что срыгивает, но у меня более романтичное предположение, что у нее просто нету низа, нахуй. И оно все сваливается прямо под нее в тазик. Да. Да. Ладно. Эх, как же хочется половину тяночки себе. Я вообще считаю, что типа, скорее всего, тело не ее, голова ее, а тела нет. И сзади у нее вот за корехой, у нее трубка такая, как пылесос. И вот по этой трубке вся хавка уходит куда-то назад. Не, мне кажется, как у этого, как из Черепашек-ниндзя, у Шреддера сидел вот. Блять, в животе вот эта хуйня сидела. Да, 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 я помню. Вот у нее так же, мне кажется. А, ну хорошо. Что же хуйня? Она молоко забывает там уже? Да, да, потому что. Острый. Откуда ты, блядь, знаешь? Погоди, ты смотришь ее? Да, я сидел, смотрел, когда ты включил все это. А, понял, понял. Крэнг, блядь, точно. Пиздец, мешает. Бля, кобыла, кстати. Бля, ты не скажешь, что она железняка. Ну да. То есть прокормить можно, получается. Сука, как она зарабатывает на эту хавку? Блять, посмотри, сколько здесь. Посмотри на эту цифру. А, ну ладно, нет, нет. Погоди, у нее там есть более впечатляющие цифры. Да, тут у нас ни одной цифры не видно в Дискорде. Здесь такое качество. Да, ну ладно, я тебе перескажу. Блять, а у нее. В смысле? У нее было по 1 000 000 просмотров. По популярности отсортируй. Хорошо, хорошо. Давай. А сейчас сколько просмотров? Сейчас по 200, вот у этого 700. Ну, блядь. Ну вот 16 миллионов, 15 миллионов, 13 миллионов, 12. У нее нормально. Она ну, каждый погоди, день, погоди, блядь, погоди. Жрет так. Верни, пожалуйста. Куда? Что там за видос был? А, давай, давай. Последний в ряду, блядь. Что это лежит рядом? Свинья настоящая? Вот это? Да. Это томагавк стейк. Он ебать, больше, блять, вообще ее в целом взятый. А я, по-моему, смотрел. Или не его смотрел? Нет, не его смотрел. Но она там 5 стейков таких жрала. Да. Ебать. Он а нет, его томагавк. Смотрел. Его. Да, томагавк, он на кости, потому что, типа... Типа на топор похож, да? Бля, ну да. Угу. И он ей готовит, прикинь, он ей готовит прям, а она сидит, жрет. И она вот так вот 5 сожрала подряд в одно жало. Ну, все правильно, он готовит, она жрет, так и должно быть. Прикиньте, какую кобылу себе выберешь, пойдем? Да, да, пойдем. Да, пойдем похаваем. Сука, как не себя. Да, да. Не, мне кажется, ты типа выйдешь на моменте, когда она начнет заказывать. Типа, говорит, мне 5 томагавков. Это, нет, нахуй.
Да-да, голову с плеч, бля. У меня там столько подливы. Ой. Да, бульон, когда пить будет, вообще кайф. Угу. Что-то ей слишком жарко, я прям вижу, блядь. Губы опухли, сука. Мне кажется, она потом потеть нахуй этим бульоном будет. Потеть этим бульоном? Да. Ссать, срать. Да-да, вся жидкость в организме будет заменена на бульон. Стоп, а в организме человека сколько там, 4 литра крови? Да. А в ней, блядь, будет 5 литров нахуй этого, подливы. Подливы. Бля, на самом деле я не уверен, что это безопасная хуйня, мне кажется, это вредно достаточно. Ну да-да. Зато кайфует от жизни. Даже если все выблевать, так-то... Я буквально, пацаны, прямо 4 дня маленький кусочек курочки. Ага. Вареной, и чуть-чуть перца было. Я охуел, сразу обыгрался. Она жрёт всех, кто убрал. У меня сейчас вообще не помогает. Я думал, ну чуть-чуть же можно. Это она чисто дис на тебя снимает, получается. Да, дисреспект снимает. Говорит, смотри, как я могу. Молоко, кстати, тоже. Она вообще-то всем, кто не хавает, это сделала. Прикинь, она специально промоутит это видео где-нибудь в странах Африки. Ой, блядь, попёрло. Пошло, блядь. Она еще молоко литров ебала. Я тебе скажу так, я литр молока за раз никогда не смогу выпить. Вот никогда в жизни. Бля, у меня была такая хуйня. Ну пакет, целый пакет молока, я бы не смог въебать. Не, короче, у меня была такая хуйня, что я в детстве, короче, что-то сижу. Ну и сам с собой в мозгу разговариваю, как обычно. Ну, у кого не было, правильно? Я только спрашиваю сам себя, а ты сможешь литр воды выпить? Ну, как бы, вот одним присестом. Я такой, да хуйня вопрос, как бы. Ну, сам с собой поспорил. Иду, наливаю себе кружку, у меня такая кружка литровая, прям пиздатая. Вот. А у меня там родители на кухне сидят, что-то там занимаются своими делами, вот этими родительскими. Ну, я наливаю кружку воды и начинаю пить. И начинаю пить. И как бы, ну, пизда, мне уже хуёво, но я такой, ну, надо же, блядь, себя-то выиграть. Вот, как бы, я пью, а уже охуеваю, всё, пиздец. Выпиваю этот литр такой, стою у меня, блядь, типа, вообще, всё, пиздец. На меня так мать поворачивает, говорит, ты чё, ебанутый? Я говорю, мам... Я просто попить хотел. Не-не, типа, я сам с собой поспорил, и я выиграл. Все нормально. Было победно, если... Но второй ты проиграл. Бля, мне кажется, ты только что признался в том, что у тебя есть какая-то психологическая проблема. Зато я литр выпить могу. Действительно, здорово. Ну, да. Так а что стало с тем вторым, который проиграл? Да ничего, он обычно замолкает, просто как неправ становится. Ты же мозга. Ну да, точно. Сука, смотри, ей, по-моему, уже все пиздец, она опухла, блядь. Какие-то яйца еще, блядь, неправильные вообще. Да, ебать, она любит хавать. Прикинь, если она на этом моменте, и она все еще кайфует с тарелки. Типа, ей все еще по кайфу вкус ощущать. Да, да. Mm-hmm. Я бы, типа, обливался обратно уже давно. Нихуя там, сука, кастрюля. Гульп. Классные софитры. Сейчас пойдет рыгать. Все хуёво. Сознание теряет. Не, видишь, говорит, супер делишес было. Ага, супер делишес. Да, она кайфует, походу, до самой последней капли кайфует. Не представляю, как она сидит до сих пор там. Мне кажется, ей нельзя рожать, она съест с ребенка. Мне кажется, что... Если бы она захотела рожать, она могла бы родить сразу штук 80. Да, да. А я, кстати, не знаю, нахуя... Да, у меня в желудке. Не знаю, нахуя я искал эту инфу, но, короче, самка таракана, ну, как бы, когда рожает, она рожает сразу около 40 выпердышей.
Вот, а типа самок еще и может быть дохуя, поэтому бороться с тараканами можно только вот когда они только-только начались, иначе вам пизда, вот. Слушай, а ты знаешь эту тараканиху, которая яйцо несет? Угу. Знаешь такую? Ну, бля, бывает, ты же разъебешь тараканиху, а из нее яйцо отдельно выпадает. Ну, бля, оно такое коричневое, сука, ребристое, знаешь, пиздючное. Она как будто его с собой носит, оно из жопы у нее наполовину вылезшее. Я нет, не знаю. Ну, ладно. Да что за хуйня? Нет, ну кто-то же должен знать, типа, убиваешь ее, а у нее вот эта тема вываливается. Типа как челнок, блядь. Редкий дроп? Нет, не редкий дроп, забей, я хотел. Ну, ладно, забей, кто не знает, хуй с ним. Понял.